Будет кушать. Да, может. Нет, слава аппетита. Залин только сразу. Наконец. Нет, я спрашиваю. Хотя бы. Приятного аппетита. Только вкусно. Вкусно? Что это за лицо такое? Нет, я говорю просто. Сделал комплимент тебе. Зарина борется с пастой. Просто. Ризотто это просто рис. Ризотто это рис с овощами. Да быстрее, съешь бедную лапшу уже. Я это сегодня не помещу. Давай. Ту-ту-ту-ту. Подожди, не открывай. Да, мы получим назад. Я бы счастлив. Что вам написано? Для Анатолия. Это как число, с которым надо угадать. Ноль. Ты прям в ударе сегодня. Как красиво. Тому, среди которых нас нет? Да, мне не дарили. Нет, Зарине есть подарок. Давайте сфоткаемся вместе с подарком. Ладно, сфотографируем. Давай, это выходим. Вот, подходит тебе под аутфит. Вот, мы типа распределили подарки, теперь они будут угадывать, кто кому что подарил. Давай, открывай, открывай, что там. Теперь быстрее. Да. Давай, теперь подделай радость. Это сложно. Там еще снизу должно быть кое-что. Да. О, Рили. Потому что я свой порвал в прошлый раз. Надя, Надя. Это, по-моему, шарф. У него нету дырки. По запаху определили. Это шарф. Да. А, да? Джокер. О, вот, все. Какие мужчины. Я точно знаю, что это снизит. Это очень нужная вещь. Цезура, да, не материтесь, пожалуйста. Я сама хотела купить, по идее, это удивительно, что мне подарили. И знаете, вот это очень знакомая картина, да? То есть помните, что мы Санжару дарили? Знакомая картина. Так. Ответ, конечно.
аккуратненько. Она все-таки порвала. Давай тебе. Что там? Папарацци с этой стороны тоже. Они еще LED light. Еще будем им пользоваться. Да будешь пользоваться, куда денешься. О, шар. Это шар? Шар, да? Как раз по твой. У меня тоже работает. У меня тоже нет. Это что, секрет? Если бы. Давай, одевай. О, твой комплект лук. Без шапки. Да, ладно, давай. Смотри еще, что есть. Все, ребенок счастлив. Мы его потеряли. Механикл. Подожди, это... Сладости. Что это? Что надо, карточки? Карты собирают? Avengers. А, да? Avengers. А, да. Не будем угадывать, просто смотри все подарочки. Все? Они светятся! Вау! Вау! Красиво! Прям ютуберный анбэкинг! Да! Вот ты чего там, батарейка там? Стоп! Что это? Я никому не говорил, но я реально хотел себе чернила. Капец, спасибо моему Тане Санте. Ладно, потом почитаешь, давай дальше. Вау! Подождите, а как она работает? Батарейка. Батарейка. Он не понимает просто, что это такое. Да, он сам не понимает. Я, конечно, знаю, кто это. Смотри снизу прям, что там еще спрятано. Еще один планет. Красивый? Мадельчина. Будете планировать не друг друга. Все, там больше ничего нету? Вроде да. А сейчас мы идем поиграть в настольные игры.